Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Solo Champions. Также, как вы могли заметить, этот режим очень сильно похож на то, что делает скрипт Loxian, то есть на Muscle Legends и Ninja Legends. Также здесь все скопировано, в принципе, вплоть до магазина. Видите, коины. У коинов именно точно такие же иконки, как в тех играх, которые он делает. Ну и в принципе по заднему фону на вот этих иконках то же самое. Также здесь скоро будут квесты и трейд. Ну ладно, давайте перейдем в принципе к сути ролика. А для того, чтобы нам заинжектиться, скачиваем чит по ссылочке в описании. После этого запускаем его и нажимаем кнопочку инжект. Ждем, пока мы с вами заинжектимся. Так, вылезает сайт. Вы его смело можете закрывать, потому что он нам не нужен. И теперь вот здесь стираем надпись, что здесь написано. И вставляем скрипт из описания. И после этого нажимаем execute. Так, отлично. Нам нужно, получается, только вот этот раздел Solo Champions. Давайте начнем с первого. Это фарм. Так, автофиз. Это получается клики. Да, за них мы получаем физ. И как видите, в принципе, довольно быстро у меня фармится, но это все от этих питомцев. Так, значит, автофарм, как видите, работает. Насколько я знаю, здесь он покупается, вроде бы как, этот автоклик. Давайте посмотрим. Да, но он стоит всего лишь сотку. Но все равно, по крайней мере, я думаю, все-таки выгоднее использовать чит, чтобы не тратить лишние робуксы. Также работает коллект риг. Это получается кольца с монетами. Давайте проверим. Как видите, все работает отлично. Монеты тоже начисляются. Так, выключаем. И давайте вернемся на нашу начальную локацию. Так, идем дальше. Автокоин апгрейд. Значит, идем в апгрейды и смотрим, что там у них есть. Прыжок. Открытие двух яиц сразу. Вот это прикольная штучка. Скорость. И тоже прыжок. Так, ну ладно, давайте, в принципе, включим быстренько. Ага. Как видите, у меня все деньги списались. И буквально за секунду все купилось. Я не думал, что так быстро покупается. Но, в принципе, не суть. Как видите, эта функция тоже работает. Следующий автореберст. Давайте посмотрим, на сколько реберстов мне хватает. Так, на 1К. Значит, выбираем здесь 1К. И включаем. Как видите, реберст сделался. Отлично. И деньги мне также зачислили на баланс. Также есть кнопочка Claim Chest. Но я думаю, у меня не сработает. Во-первых, потому что я собирал уже очень много сундуков. Как видите. Может быть, эта функция еще работает на групповом сундуке. Собрать его не могу, потому что я не вступил в группу. Чтобы его нужно собрать, естественно, вам нужно быть в группе. Так, идем дальше. Это у нас автооткрытие яиц. Ну, давайте сейчас к нему вернемся попозже. Телепорты. Тут у нас есть пока что только 3 мира. На все можете, в принципе, тпхнуться, но вас потом перекинет на начальную локацию, потому что он у вас не куплен. Тут все продумано. То есть, смотрите. Вот этот мир у меня закрыт. Я хочу пройти, мне не дают. Не дает. Допустим, включаю ноуклип. Начинаю проходить. И, как видите, меня тпхает на начальную локацию. Так что все-таки миры нужно будет покупать. Так, ну ладно, идем к яйцу. Сколько оно стоит? 100 тысяч. В принципе, у меня есть. Значит, выбираем здесь это яйцо. Ищем под названием.
Вот, нашел. И включаем. Как видите, работает. Можно, в принципе, попробовать еще с Дали включить. Может быть, даже сработает. А, да, отлично. Вот, знать бы там, какое яйцо, допустим, во втором мире. Давайте тпхнемся, посмотрим. Так, какое там название? Ага, ниндзя. А, значит, выбираем. И давайте попробуем его открыть. Ага, мне не хватает. Так, а сколько оно там стоит, посмотреть можно как-то? Так, давайте ноуклип включен. Ну, смотрите, получается, как я понял, когда вы заходите вот за эту красную границу, то вас тпхает обратно на начальную локацию. Так, давайте... Ага, не успел, хотел посмотреть. Ну, ладно. Ну, короче, плюс-минус, я думаю, оно стоит 10 миллионов. Давайте быстренько сделаем с вами реберст. 34 миллиона, и давайте попробуем его купить. Угу. И мне до сих пор пишет то, что мне не хватает. Интересно же, сколько оно стоит. Либо же все-таки эта функция не работает, пока у вас не открыт мир. Ну ладно, в принципе, это вы все сами сможете проверить. А, допустим, вот у вас будет сейчас первая локация закрыта. Яйцо стоит там 100 тысяч. Когда 100 тысяч накопите, можете попробовать... включить автооткрытие этого яйца и посмотреть, работает эта функция или нет. Ну, на этом, в принципе, я буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.